Друзья, всем привет! В этом видео хочу рассказать про зенкеры. Вот они, как выглядят. Они бывают вот такие. Шестигранная посадка. Это в переходник быстросъемный магнитный. Ну или просто в патрон напрямую. Вот такой вот. Это китайский. Он, кстати, тупой, как не знаю что. Он вообще слизанный весь. Есть такой же фирменный. Он стоит 1000 рублей. Этот стоит 60 рублей. Вот есть такого плана зенкер. Ну, это большой размер, они разные бывают. Я приготовил специально для того, чтобы на видео было видно, да. Он острый и более-менее фирменный. Это фирма Dexter. Вот я приготовил шуруповерт сразу, дрель, ну, чтобы не менять каждый раз. Так удобнее. Хотел вам напоминалочку такую как бы показать, как правильно просверливать в ДСП, особенно в ДСП, отверстие, чтобы оно было гладкое на входе и гладкое, не разбитое на выходе. Я уже как-то короткое видео показывал, коротенькое, но здесь поподробнее. Там как бы не очень, наверное, было понятно. Ну, повторюсь, тем более канал имеет специфику такую, что здесь все про инструменты и про некоторые нюансики, как что применяется. То есть не торговля инструментом, не так, как на других каналах, там купи и все, и они не знают сами, как пользоваться. А здесь как бы вот своя специфика у нас. И вот я приготовил, смотрите, по дереву сверло, показать, как оно сверлит ДСП. Такими сверлами нежелательно просверливать, потому что оно очень сильно агрессивное. Видите, какое у нее конфигурация. Видите, тут игла, вот два резца. И такое сверло очень сильно разбивает ДСП. Как на входе, так и на выходе. И в таком случае, чтобы было более-менее все гладко, надо применять сверло по металлу. Это такая вот хитрость у мебельщиков, так скажем, да, и у тех, кто работает вот с ДСП. Именно более-менее щадящим образом можно засверлить. Сейчас покажу сравнение, вот сначала вот это вот покажу, момент, как оно сверлит. Я вот два приготовил вот инструмента со сверлами, это я хочу вам показать в тему про зенкера. Оставайтесь со мной, сейчас поймете, в чем дело. После того, как вот увидите, как это просверливает и как эти сверла просверливают. И плюс увидите, что нужно сделать, чтобы не разбилось с обратной стороны ДСП-шку. Смотрим. Значит, друзья, берем инструмент, берем ДСП-шку, кладем вот так друг на друга. Не только для того, чтобы стол не просверлить, а вообще всегда нужно при просверливании... Вот если вы сюда сверлите, здесь будет выходить сверло, чтобы всегда был упор для сверла, типа некого тормоза. Вот сверло по металлу, восьмерка. И сейчас покажу, как вот оно засверливается гладенько в ДСП. Смотрите. Вот видите, на выходе минимум сколов, когда вы прижали, и на входе минимум сколов. Сейчас то же самое продемонстрирую, как это происходит дрелью. Это был сейчас шуруповерт в режиме дрели. Вот на второй скорости. Вот смотрите, дрелькой. Тоже сверло восьмерка, тоже по металлу. Скорость у нее соответствующая. Вот здесь вот для дерева желательно выставить сразу максимальное. Вот колесик, видите. Вот. То есть вот здесь минимум, а здесь максимум. Вот на максимум. Ну, видите, как оно быстро вращается, гораздо быстрее, чем шуруповерт. Сейчас покажу, как засверливается дрель. Смотрите, как это на скорости произошло. Вот второе отверстие. Вот на выходе, это было на входе. Ну и сейчас вот достаточно шуруповертом. Сейчас покажу, как по дереву сверлит. Ну, то есть, вот смотрите, если вы занимаетесь ДСП-шкой, то вот это вот слишком опасное такое сверло. Можно, конечно, сверлить, но такое оно. Вот, смотрите, видите. Ну, тоже хорошо, но как бы вот сразу предупреждаю, смотрите, вот тут можно приглядеться, видите, такие вот сколы. Естественно, надо сверло держать ровно, чтобы...
не было вот таких вот, ну, сколов. Они, конечно, закрываются в сборке мебели или где-то еще, но бывают и открытые моменты, которые нужно как можно лучше сберечь. Это вот было сверло по дереву. И мы сейчас увидели отличие засверливания сверлом по металлу и по дереву в ДСП-шку. Я считаю, что засверливаться в ДСП нужно вот сверлами по металлу, так как они более такие закругленные, у них заточка. Видите, край. И такая заточка, вот видите, какая она серьезная такая. Ну и сейчас я вам хочу продемонстрировать, смотрите, один моментик такой по поводу зенковки. Когда зенкеры есть, это хорошо, конечно же, вот зенкера. Ну вот этот не буду показывать, сразу возьму вот этот черненький, да, он остренький, ну этот не очень. И смотрите, вот у вас есть, допустим, ну некий крепеж, вот в данном случае, в данном примере такой, и вам необходимо вот этот вот крепеж закрутить, и чтобы была утоплена шляпка. Все прекрасно знают, а может быть и не все знают, многие, оказывается, не знают, и может быть впервые узнают, о чем я и хочу как бы всем повествовать здесь в этих видео. Может быть, как напоминалочка, может быть, кто-то заглянет, узнает, и будет ему это полезно. И вот показать, как утапливается вот эта вот шляпка, которая, допустим, нужно закрепить в какой-либо поверхности там ДСП или деревянной, что для этого нужно сделать, вернее, как это делается с зенкером, а потом покажу, как это делается без зенкера. Старым дедовским способом можно и обойтись и без зенкера. Вот такой вот получается результат. Вот видите, некие ниши такие появились. Когда вот болтик вставляется, да, то есть он уже глубже утапливается. Ну и подбирается, конечно же, по размеру все вот это дело. Смотрите по ситуации. То есть если вам много надо его утопить, то зенкуете много. Вот, например, сейчас покажу. Вот я поглубже зазенковал. Вот он уже не виден практически. Ну и можно совсем, уж совсем его утопить. Главное не проскочить насквозь. Вот так вот выглядит вот этот зенкер. Вот он себя забирает немножко опила, так скажем. Ну бывает, что и вышвыривает, и чистеньким выходит. Бывает вот такой. Вот, смотрите. И уже гораздо глубже мы утопились. Видите, совсем вот заподлицо получается. И вот таким способом утапливаются болты. Видео для тех, кто не знает. Так что тот, кто знает, особо так не угорайте. Потому что есть люди, которые вообще этого не знают. И в интернете не только как бы вы и мы, ну и другие совсем люди. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте лучше комментарии. И вот сейчас покажу момент, как можно обойтись без зенкера. Вот, допустим, нам тоже здесь надо углубиться. Вот я просверлил еще одно отверстие. Снова у нас болт на поверхности, глухарь, так скажем, саморезный, да, и вот он должен быть утоплен. А если не зенковаться, а вот просто, допустим, гайковертом вкрутить его и вломить в ДСП, то он расколет его, может быть. Есть такая вероятность, в 80% это может происходить на каком-либо монтаже. ДСП это или какой-то либо другой материал, ДСП тем более. И вот у нас нет вот такого зенкера, есть только сверла. И что мы делаем? Мы вспоминаем наших отцов и дедов. Кстати, спасибо деду за победу, у нас весь немецкий инструмент. Ни одного русского инструмента, российского, советского нету. Есть только псевдо-российские инструменты, так называемые всякие там, не знаю, союзы, которые сделаны в Китае. И вот, допустим, нам надо утопить
А без зенкера, у нас нет зенкера, утопить вот шляпку. Опять же повторюсь, вот деды нам подсказывали в свое время, отцы, как это делается. На такое отверстие берется более толстое сверло. Вот, сюда прикладывается, и вы сейчас увидите, что произойдет. Кстати, забыл предупредить, что толстые сверла бывают с толстым хвостовиком, и толстый хвостовик просто не вместится вот в такой патрон шуруповерта. Вот видите, не влазит вообще. Тут максимально 10-й диаметр. Вот. В таком случае нас выручает обычная дрелька. Видите, вот этот 13-й хвостовик или какой там 14-й уже влазит в патрон. Либо тогда с переходником патрон надо иметь для шуруповерта. Ну, многие так делают, мастера. Друзья, вот смотрите, взял сверло, и вот берем, зенкуем сверлом, самим же сверлом, зенкуем отверстие. Не надавливая легонько, не разгоняя дрель, не разгоняя. Если вы нажмете полный разгон, оно у вас пролетит, дрель. И также шуруповерт, если позволяет вставить большое толстое сверло. Не надавливая, наоборот, оттягивая обратно это сверло, не надавливая, дрель надо на себя. И вот таким образом наши отцы в отсутствие зенковика зазенковывались в отверстие. Ну вот если шляпка головки не проваливается, значит потолще надо тогда брать сверло. Ну вот смотрите результат, видите, оно уже более-менее утопшее. Еще раз повторюсь, это способ, когда нету у вас зенкера. Вот, видите, вот раз и все, спряталось. Конечно же, это, короче, лишний, так скажем, геморрой. Вот когда нету зенкера и всякой различной оснастки, то у вас растягивается процесс работы, усложняется. И чтобы вот такой маленький нюансик какой-то провести, да, операцию, вам приходится вот такие вот манипуляции проводить, начиная от шуруповерта, заканчивая дрелью. Так что, друзья, надеюсь, что кому-то это видео полезно. Не супер я мастер, не супер там профессионал, конечно же, да. Я что знаю, я вам показываю, как бы, может быть, опять же повторяюсь, это кому-то пригодится. Подписывайтесь на мой канал,